Добрый день, дорогие друзья. Во время самоизоляции у вас истек срок разрешения на охотничье оружие. Не волнуйтесь, никто не собирается вас штрафовать и изымать оружие. Сроки действия ваших разрешений продлены до 1 сентября 2020 года. Заявку необходимо подать не позднее 1 августа текущего года на портале госуслуг. Более подробную информацию вы можете получить по телефону, позвонив в учебный центр «Цербер» по телефону 68 50 70. Берегите себя и своих близких. Будьте здоровы!